Как тебе райончик? Да. Николя, я не очень контрастирую. Не-не, все хорошо. Вот сюда я и переехал. Ну, ничего, ничего. Ничего, что ничего? Район потрясающий. А условия какие? Мечта, экология, тишина, чистота. Соседи все сплошь артисты, политики, бизнесмены. А какой у меня вид из окна? Ой, пойдем, пойдем. Я не понял, Николя, так ты что сюда, в квартиру переехал? Ты меня за кого понимаешь? Я бомж. И этим сказано все. Ну, прости, прости, друг. Прости, прости. А что ты говорил? Подожди, а какой же тогда у тебя может быть вид из окна? Сейчас поймешь. Иди сюда. Вот, смотри. Вот, здесь я живу. Неплохо, достойно. Кухня под боком. Да. Угощайся. Неплохо. Так что ты говоришь, вид из окна? Иди сюда. Вот, из этого окна... Площадь Красная видна. Нет. Из этого окна у меня вид прямо на спальню. Залезай, сейчас там такое начнется, увидишь. Давай. Ну. Вид просто потрясающий.